Филиппинцы верят в мандурагу. Это ведьма или труп оживший. От ножа смертельно будет рана. Кровь и пот вампиру служат пищей. По ночам рептилии крылатой, иногда с лицом самой колдуньи, и без тела головой летящей, видят упыря, по слухам, люди. Всех существ, подобных здесь асвангам, называют жители веками, но имевших дело с урдалаком, в наши дни считают чудаками.